О голодоморе и убийственной силе советских фейков. Допремьерный показ фильма Агнешки Холланд «Цена правды» прошел во Львове. Историческая драма раскрывает трагедию голодомора глазами британского журналиста Гаррета Джонса. Какие эмоции после просмотра фильма у зрителей и чем поразила кинолента, расскажут корреспонденты UATV. Еще за час до начала премьеры в холле собралось несколько сотен человек, все в ожидании показа. Марьяна – журналист, говорит, за процессом съемки этого фильма следила сначала и очень ждет премьеры. Я не ожидаю увидеть чего-то прекрасного, потому что я понимаю, это слишком болезненная тема. Я уверена, что фильм точно зацепит нас всех, и я, наверное, к этому готова. Марта изучает историю Голодомора, от фильма ждет переосмысления событий. Сама история настолько впечатляющая, что не нужно никаких спецэффектов. Достаточно ее рассказать, чтобы это коснулось каждого зрителя. Это тема, которую невозможно испортить. Голодомор 32-33 годов не коснулся Львова, но продюсеры и сценаристы решили, что допремьерный показ должен происходить именно здесь. Мы делали так с фильмом «Захар Беркут». Это невероятно, но сейчас мы видим, что львовские зрители, они активно реагируют на такие темы, и за это мы очень благодарны. Фильм основан на реальных событиях. В нем рассказана история Гаррета Джонса. Это британский журналист. В 1933 году приехал в СССР, чтобы взять интервью у Сталина. И становится свидетелем голодомора в Украине. После показа фильма несколько минут в зале не утихают аплодисменты. После этого фильма важко говорить. После этого фильма тяжело говорить, потому что правда тяжелая, и надо отдать должное тем журналистам, тем режиссерам, актерам, которые согласились сыграть и донести эту правду. Я думаю, что остаться равнодушным очень сложно, потому что такая история на экране – это очень болезненно и правдиво. Особенно сложно себе представить, что кто-то во время просмотра фильма может есть попкорн. У меня лично ком в горле стоял. Фильм также смогут посмотреть и люди с нарушениями зрения и слуха, загрузив перед показом специальное приложение на смартфон. В прокат кинокартина Агнешки Холланд «Цена правды» выйдет с 28 ноября. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов, UATV.